Здравствуйте. Крупнейшее хранилище нефти в США приостановило прием новых партий черного золота. На этом фоне котировки пошли вниз. За баррель Brent дают $33.12. И на этом фоне доллар пытается отыграть потери. На 21 февраля Центробанк установил курс доллара США на отметке 77 рублей 13 копеек. Курс евро 85 рублей 85 копеек. Золото стоит 2999 рублей за грамм. Серебро стоит 37 рублей 44 копейки за грамм. Минтруд предложил увеличить страховые выплаты с зарплат. Как будто бизнесу и так хорошо живется. Госдума намерена ввести штраф для создателей финансовых пирамид до 1,5 миллиона рублей. А Центробанк намекает на снижение ключевой ставки уже в марте. На сегодня это все. Удачи в делах.